История начинается. Фобос крадет наше оружие, чтобы обратить против нас. Это же лук отца Олдорна. Калиб, достаточно. Уходи оттуда. Значит, план Б. Калиб, обернись! Бросай порох! Ходу! Кто это сделал? Мальчишка из мятежников! Он нужен мне! Чихнула, а в комнате разгром. Что это со мной? В этом случае тоже переходный возраст виноват. Хелен, конечно, ты растешь. Кстати, пригласила бы подружек перекусить после школы. Что это там в шкафу? Там на Рождество подарок. А что ты даришь? Медведя с фонарем? А ты можешь позвать Корнелию и Тарани, и ту забавную девчонку Ирму. Точно! И новенькую, Вил. Ха, из чего я не вспомнила. Счастливо, Вил. Постарайся сегодня со всеми подружиться. Я положила печенье лишний десяток. Можешь угостить девочек. Да уж, этим я покорю всех. Школа Шеффилда. Говорил же про мешки. Ты говорил мне не пробраться в замок. Это лук твоего отца. Хоть какой-то трофей. Хугонги. Хугонги!
Как думаешь, высоко здесь? Прыгай, потом скажу. Корнелия, задано было доказать, что избыток удобрений дает обратный эффект и убивает растения. А твой цветок, смотри, вымахал вдвое. Ах, я пыталась его убить. Удобрение насыпало горкой. Директриса! Чудесно, ты вколотила в землю наши шансы на победу. Эй, новенькая идет. Привет, Вилма. Нет, просто Вил. Ясно, Вилма. Это Ури, плюнь на него. Да, сбой эволюции, а может и прогресс, говорящая одноклеточная. Эй! Прости, Урия, не пойму, как это я? Я прочитала записку. Спасибо за приглашение. В котором часу обед? Ты позвала и новенькую? Корнелия. Хотите печенье? Лазутчики ушли от стражи. Подозреваем, направились в горы. Успех мятежников провоцирует чернь. Люди наглеют и начинают роптать. Столь важные дела не доверяют страже. Да, мой князь. Я займусь ими сам. Эй, что это за галдеж? Я пыталась пошутить. Кстати, Вилл, где ты училась до Шеффилда? Это всем фиолетово. А вот со мной действительно творится неладное. Вы заметили? Ах, беда! Разговор случайно ушел в сторону от жизни великой Корнелии. И о чем мы только думали. Вам понравился обед? Большое спасибо, бабушка, была очень вкусной. Конечно, самое главное, понравился ли он Корнелии. Вы обретете новых друзей. А что в шкатулке, бабушка? Минутку. Я сейчас расскажу вам историю, которая имеет особый смысл для всех вас пятерых. Бабуль, мы уже взрослые для сказок. Вселенная некогда была едина, и в ней царило добро, но зло стало набирать силу. И тогда была создана завеса, чтобы отделить зловещее королевство Меридиан от прочих миров. Лишь эта завеса ограждает все миры, включая Землю, от ужасной опасности. Власть над Меридианом захватил могущественный Фобос. Но не он законный правитель. По преданию, подлинный наследник престола где-то на Земле. Ау, я бы хотела проснуться. В завесе начали открываться порталы, двери. Через них зло может проникать в другие миры. Но существуют стражницы, которым дана сила закрывать порталы в завесе.
я стала стражницей в вашем возрасте. Пора передать эстафету вашему поколению. Что ж, тогда мне пора. Не торопись. Вот, это сердце Кондракара, заключающее в себе главные силы природы. Каждая из вас в последние дни наблюдала некие странности. Я права? Это лекция не в счет? У всех пяти начинают появляться удивительные способности. Ирма, ты уже заметила, что вода тебя как будто слушается? Дела. Здорово. Тарани, кажется, ты всегда опасалась огня. Попробуй зажечь свечу. Внученька Хайлин сегодня открыла в себе силу воздуха. Тебе, Корнелия, дана сила земли. Да? Все пять девочек освоятся со своей силой, надеюсь. Вы сказали все пять? Жаль вас всех огорчать, но мне даже фокус с оторванным пальцем не дается. Зато с вашим талантом на ярмарке цены нет. Одна из пяти связывает всех и с помощью сердца Кондракара объединяет и приумножает силы остальных. Так нам придется защищать мир от зла, латая дырки в какой-то занавеске. Предупреждаю вас, шить я не умею. А что, это прикольно. Начнем скоро? Вы уже начали. А почему открыла тайну сейчас? В королевстве Меридиан восстание. Предводитель в опасности. Боюсь, надвигаются трудные времена. Людям понадобится помощь. Уилл, Ирма, Тарани, Корнелия, Хайлин, с этой минуты вас зовут стражницами завесы. Ох, простите, слишком сложно. Я пас. Интересно. Эй, пешком и то быстрее. Что ж, спасибо. Сколько с меня возьмешь? До заветного города еще час ходьбы, Калеб. Знаю, я не иду туда. Что? Есть тревожные известия. Фобос прознал, что законный наследник престола жив. Он на земле. На земле? Я должен найти портал. Не отыщем наследника раньше Фобоса. Королевство Меридиан и земля обречены. Пусть войны крепят дух, а женщины не тревожатся. Надеюсь, скоро свидимся, Олдар. Какой червяк причиняет столько беспокойства? Улет! Отличный полигон для тренировки. А я все равно не верю в эту мистику. Не хочу обидеть твою бабушку, но у нее съехала крыша. Недостаток витамина D. А тот цветок, что вырос от твоего взгляда. Вода у Ирмы в стакане. А те картинки, что возникли в воздухе. Спецэффект. Их полно в интернете.
едины. Знаешь, не представляю древнюю бабушку в таком прикиде. Но что это у нас на спине? А спереди у нас какой вид? Крылья! У нас крылья! Какие еще крылья? Будь это крылья, мы могли бы... Мама, я так боюсь высоты. На каблуках даже голова кружится. У кого есть камера? Хотя бы в телефоне! А теперь ты! О! Видели? Теперь вы знаете, почему я не люблю огонь. Ирма, ты вода! Потуши! Ирма? Все ужасно! Здесь ни почвы, ни растений. Бестолку кричать! Ну, например, вырасти большой кактус. Уже поздно. Мы достаточно нахулиганили для одного дня. Куда делась Хайлин? А где Хайлин? Нашлась. Что это? Вставай, Хайлин, сколько можно валяться на помойке? Девчонки, вы бы подошли, поглядели сами. На что глядеть-то? Что это? Не трогайте! Фил, где кристалл? Действуй! Скорее, скорее! Нет, все вместе! Живо закройте! Закройте портал! Как это? Фил, поднеси кристалл! Как же ты? Упустила! Змей его схватил! Понятно. И как он выглядел? Трудно сказать. Да как обычный парень. Я не успела. Не вините себя. Почему же? Я виню ее. Она все испортила. Эй, не наезжай, корни! Сама засохни, Ирми! Девчонки! А змей вот такой. А, лорд Седрик. Лорд, ну и страхолюдные у них вельможи. Это не единственный его облик. Удачно для его жены. Ирма, дело серьезное. Я знаю, и мне тоже страшно. Никогда не ссорьтесь. Вас на земле пятеро. Боюсь, в этом приключении вам понадобятся все ваши способности и силы, только чтобы выжить.
Фильм дублирован студией «Пифагор» по заказу Disney Character Voices International в 2005 году. Роли озвучивали Лариса Брохман, Юлия Артемова, Настя Волкова, Лина Иванова, Валентина Рубцова, Алексей Костричкин, Василий Дохненко, Михаил Тихонов, Андрей Бархударов. Перевод и автор синхронного текста Дмитрий Усачев и Екатерина Барто. Режиссер дубляжа Алла Гончарова. Звукорежиссер Павел Емельянов.